Боба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть «Как достать соседа». И сегодня у нас будет новая модификация от Спайди. Если что, это тот разработчик, который создал мод, где мы играли за соседа, за ротвейлера и делали пакости Вуди. Это очень-очень крутая идея. Вот надо, знаешь, тебе что-нибудь типа «Как достать соседа в России». Вот что-нибудь такое сделать там, блин, чтобы дом был, или в падике где-нибудь, чтобы он в падике ходил. Не знаю. Что-нибудь прикольное ты можешь замутить. Так вот, старая пакость, новая радость. Приятного просмотра, приятного аппетита. Обязательно поставьте лайкосик. Мы начинаем игру. И здесь, опа, нифига, серьезно, столько сезонов? А, мастер-взломастер. И тут мастер-взломастер. Ага, он говорил, что это модификация, ну, типа демо-версии, она не особо готовая, то есть недоделанная. Так что я так понял, всего один уровень, что ли, дядь? Вуди у соседа. Наш сосед настоящий магистр магии. В легкую может создать портал, проходить сквозь двери, сделать ремонт за час. Нет сомнений, Вуди примет в ней живейшее участие. Капец. Ну давай пилотную серию посмотрим, потому что, видишь, все равно другая картинка, поэтому 100 руб... Чё? Минимальная оценка 100 рублей? Что? Время год? Что? Погнали, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, прикинь. О-хо-хо, смотри, нифига себе. Офигеть. А, добро пожаловать на съемки сериала «Как достать соседа». Меня зовут Джо, я тут режиссер. Пакости за ротвейлера. Прикол. А, вот, мы за ротвейлера играем. Также, может, это чей-то канал? Во, это Декарт, я его знаю. Это у нас... Короче, соседа и слона, это Куплинов. Ай, ни хрена, я тут есть, ни хрена тут, блин. МТС есть также. А, Эндрю сам, первый, кто согласился на это. Хоть аудитория мала, но контент зашибись. Блин, это прикольно. Ну-ка, что там у нас еще дальше? Макс 007. Хороший, сложный контент не заслуживает... Незаслуженно мало подписчиков. Надеюсь, пройдет этот мод. Так, давай, сосед, беги, беги быстрее. МТС. Что это? А, хороший, прикольный ютубер по КДС. Он отличается от всех тем, что он прикольный, смешной комментатор. Так, а про меня там что интересно? Двери на задней... Стоп, стоп, я хочу тут почитать про себя немного. Мне хотелось договориться о моде. Ну ладно, популярный ютубер по КДС с модом New Fantasy. Самый убогий мод. Что, блин? Вот что там написано? Вот мне я хотел договориться о моде. Ну ладно. Не понял, что там написано. Газета про мода, не слово печалька. Так, идем дальше. Блин, я думал, про меня тут что-нибудь хорошее сказано, а тут что-то... КДС, что придумало человечество, прикинь? Так, газета про мода, не слово печалька. Так, Куплинов, он 100% не пройдет мод, но... Там... Слишком 18+, что? Так, и про Декарта у нас тут еще есть. Смотри-ка, как-то самый странный ютубер тут. Дальше больше. Ну давайте, мастер-зломастер теперь. 75 рублей, типа. Ну-ка посмотрим. Рем-пите представляет, как достать... Мы опять играем, короче... А, нет, смотри. Так, ладно, 9 пакостей. Нам дается 10 минут. Какого? Нафиг фига? Ты что, блин, офигел? Окей, я понял, друзья. То есть нам сюда надо, ёпарасете. Холодильник. Так, а если мы... Стоп, тихо. Бро, а если сюда пройти? А, здесь нормально, здесь все нормально, ребят. Ой, порталы, это, конечно, топ. О, мы вообще не можем так ходить. Заметь. А какого фига я так... Я так не могу? А он может? Что тут за фигня, блин? Так, дофига пакостей на самом деле. Ой, по-моему, жаль мне того, кто сломал это. Так, мы можем шарички тут. Книгу о пытках. Нет, он сейчас говорит, типа, не надо.
пробка, просто пробка. Ох, ну давай смотреть. Водопроводный вентиль, вентиль отопления. Также он тут занимается чем-то непонятно чем. Наш соседушка. Тут у нас, смотри, что это? Спрятаться под кроватью. Это кровать? Это что за кровать такая, блин? Офигеть. Так. Идет к батарейке. Вот батарея у нас. Так, ладно. В ванную, в подвал. А какого фига? Как мне попасть вообще? Я что-то... Лестницу удерживает лишь тонкая цепь. Коридор. А если мы сюда пойдем, как он? Вот он прошел. Блин. Так, короче, мы что-то сделали. Идем дальше. На нафиг. Бежим, 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 бежим. Тут у нас аккуратно. Собачкин! Что ж ты меня так подставил-то, блин? А может, и не подставил? Погоди. Так, он с попугаем там разбирается. Офигеть, у меня всего дофигища, и я даже не знаю, что делать, дядь. Быстрее, 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 беги, беги, Вуди. Блин, где мне это все использовать? У нас только два прикола, прикинь. Вот еще какой-то щиток, типа. Но на него, по-моему, нельзя. Он открутит пробку? Не, он типа закрутил ее. Идет к лестнице. А где лестница вообще? Во. Так, так, мы что-то там сделали. Вот лестница. Нормально. Игра учит тому, что проверяйте. Проверяйте пробочки, ребята. Да лучше вообще электрика вызвать и не париться. Сами лучше туда не лезьте, пацаны. Я не знаю, куда книгу эту... Где книга вообще? Где тут книга? Как он это собирает? Он же где-то берет книгу. Где он ее берет? Кресло-качалка. Так. Интересно, интересно. Нет, он не хочет этим заниматься. У нас времени практически не остается. Вот, смотри. Он просто ее собирает и все. Как тут что сделать? Бро, ну тут и ты новых прям насоздавал кучу. Так. Как-нибудь сделаем вот так вот. Так, ладно. Блин, он сюда вот, видишь, мне страшно. А, вот инструкция по сборке. Чего? У меня две книги? Как такое вообще получилось? Так, ладненько. Он идет к батарее. Можем спрятаться, в принципе. Фух! Так, нам нужно где-то... Где нам вообще динамит использовать? Там кипяток, нафиг! Просказка на ночь.
Так, 5 приколов. Дальше, это 6-й. Пробку мы с тобой использовали уже. Он бежит отключать все это. Я не знаю, где это использовать, друзья. Тут мы, кстати... Ну, вроде тут уже тоже был прикол. Сложно, сложно. Не сделает что-то там. Но мы там уже делали. Так, смотри, сейчас он пробку типа вставляет. Хотя он наоборот должен вроде как ее убирать, получить. Или как? Ну ладно. Вот, идет, это 6-й, 7-й. И вот это 2. Какие пытки? Куда мне эти пытки, блин? И еще мне надо использовать. Что это? Куда мне можно динамит использовать? Пацаны. Я не понимаю. Туплю. Когда тупишь, блин, так нехорошо получается. Я не знаю, правда, я не знаю, куда мне это надо засунуть, блин. И вот 7 приколов. Так. Нет. Используй книгу пыток на холодной батарее. Что за фигня, блин? Я правда не знаю, ребят, что дальше делать нам. Куда вообще можно это запихнуть? Я не знаю, правда. Про электрический стул мы уже сделали. То есть, видишь, как. Не, я правда. Ребят, напишите в комментариях именно, что надо было сделать. Ну, что реально нужно было сделать-то, а? Я не знаю, куда именно динамит. Все, давай сюда, я не знаю. На пол динамит. В общем, пацаны, как-то так. Извините, я просто вот не понял. Серьезно. А, и вон, смотри, сколько типа прошло. Ну-ка, давай посмотрим сейчас, что у нас здесь. Смотри, вроде как по-новому, правда? Так ни хрена себе у него, оказывается, уровней-то, ёкарный бабай. Я-то думал, всего так мало, а тут вон сколько их. Просто они, видишь, в разных этих находятся. И он телепортируется. Блин, тут все по-другому сделано, это так напрягает. Так не иди ко мне, ладно? Гостиная, коридор. Что, блин? Соси!
Что происходит? Что он типа в ванной это делал? Капец! Блин, это забавный мод, правда. Окей, а кстати, а вот это вот дальше больше, может тут тоже что-то есть? Нет, нет, тут видимо, обычное все. Понял. Не, ну так-то он нормально сделал, ребят. Ну-ка, что там дальше у нас? Капец какой-то! Не, ну это прикольно. Ладно, друзья, так, короче, сегодня мы так с тобой пока что посмотрели. Вот. А, в следующий раз мы попробуем, конечно, все это пройти в туалет. Каждый мечтает, ребята, чтоб туалет у компьютера. Да вообще на толчке сидеть и компьютер рубиться, чтоб ничего не отвлекало. Блин, ну так-то прикольный мод. У меня просто сейчас времени толком нет, ребят, поэтому пока что так. Фу, ёб твою дивизию! Фу, блин, из сортира. Капец какой-то. Ладно. Ребят, на этом все. Спасибо вам за просмотр. Бай-бай, дорогие братишки.